Калязинцы отметили 413-ю годовщину исторического сражения под стенами Калязинского Троицкого монастыря, произошедшего в 1609 году. Тогда юный князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский со своими соратниками и иностранными союзниками одержал победу над польско-литовскими захватчиками. По традиции, в честь памятной даты в городе прошел фестиваль «Походная кухня». Отмечать годовщину знаменитой битвы в Калязине начали 13 лет назад. И на этот раз, по традиции, праздник начался с торжественного митинга у памятника Скопину-Шуйскому, установленному в 2009 году. В Калязин прибыли делегации из Лихославля Тверской области, Александрова Владимирской и Углича Ярославской области. Собравшиеся возложили цветы в знак вечной памяти предкам, павших в тех далеких сражениях. Здесь была одержана одна из самых значимых и первых побед над интервентами. Именно русскими воинами, потому что после Твери большая часть наших союзников шведского воинства, они покинули объединенное войско Скопина-Шуйского. В этом году исполнилось 20 лет межрегиональной патриотической программе «Под княжеским стягом», которая разработана энтузиастами из Калязина и Александрова и призвана вернуть из забвения имя выдающегося полководца, героя-освободителя Михаила Скопина-Шуйского. Не только калязинцы, но и жители других городов объединились в такую единую программу «Под княжеским стягом», оторвались от такой комфортной жизни, скажем так, от привычных условий и тоже испытали трудности, пройдя по тропам той войны далекой. В кулинарной части фестиваля любой желающий мог попробовать угощение на дегустационных площадках, поучаствовать в конкурсах и викторинах, посвященных истории края, а также посетить мастер-класс по приготовлению солянки по-калязински. А местные умельцы представили свои работы – плетеные корзины, роспись по дереву, вязаные и текстильные изделия, художественное валяние и керамику. Делаем волжских рыб в основном, но она здесь не полная коллекция, будет еще пополняться. Работаю с глиной, это красная глина, это обжиг в буфельной печи, температура 1000 градусов. Кроме того, гости фестиваля «Походная кухня» могли попробовать и приобрести продукцию местных сельхозпроизводств. Калязинский фестиваль входит в календарь событийных дат Тверской области регионального министерства туризма.